Автору этой музыки всего 30, но на его счету десятки побед во всероссийских и международных конкурсах. В сочинении «Сквозь бездны снов» Григорий Зайцев обращается к образам сновидений. Как говорит композитор, для него сны – источник вдохновения, способ понять себя и окружающих. Особое место в творчестве Григория Зайцева занимает музыка для народных инструментов, которую он трактует совсем по-новому. В последнее время появились множество новых сочинений, и вот возможности народных инструментов, и языковые, и инструментальные, и штриховые, они полностью еще не раскрыты. То есть это настолько непаханное поле. В каждом сочинении можно ставить совершенно новую задачу. Оркестр русских народных инструментов исполняет вторую симфонию Геннадия Чернова. Известный композитор и педагог, его творчество известно в России и за рубежом. Произведения Чернова опираются на русские классические и народные традиции. Очень много потрясающих исполнителей появилось. Им нужен новый репертуар. Им уже недостаточно просто обработать народных песен. Они хотят играть и сонаты, и симфонии, и так далее, и так далее. То есть это колоссальный прогресс. Фестиваль проходит раз в 3 года. Его главный посыл – показать различные направления в современной музыке, познакомить зрителей с произведениями молодых и перспективных композиторов. Этот фестиваль в большей степени, львиная его доля, посвящена музыке авторов российских. И это значит, что мы стараемся уделить внимание именно нашей отечественной музыке и хотим, чтобы эту музыку услышала молодежь. В этом году фестиваль поддержали не только на региональном, но и федеральном уровне. В концертную программу включили и оркестр духовых инструментов. Новые имена, новые мелодии. Многие белгородцы услышат впервые. Наталья Единская, Александр Лугинин, «Вести Белгород».